В этом году православный мир празднует Пасху 16 апреля. С католиками даты разные, но иногда они совпадают. Так было в 17 году и будет в 25. Вообще Пасха – это один из самых популярных праздников у россиян сразу после Нового года и собственного дня рождения. Мы с самого раннего детства объедаем верхушки у куличей и красим яйца. Вот об этой традиции хотелось бы поговорить с вами немножко поподробнее. Откуда же она взялась? Версий очень много, и если я буду рассказывать все, то нам просто не хватит эфирного времени. Но я выбрала несколько интересных, и сейчас их вам расскажу. После смерти Христа 7 иудеев собрались на пир. Там на столе была жареная курица и вареные яйца. И тогда один из них сказал, что Иисус воскреснет на третий день, а другой воскликнул: «Да ну уж, как такое может быть? Если такое будет, то сейчас же курица оживет, а яйца покраснеют». И тут же курица ожила, а яйца покраснели. Во времена римского владычества к императору пришла ученица Христа Мария Магдалена. В качестве подарка она принесла ему яйца. Тогда она проповедовала и рассказала про чудесное воскрешение Христа. Он ей, конечно же, не поверил и сказал: «Как этот человек может воскреснуть? Это то же самое, что сейчас эти яйца станут красными». И они действительно стали красными. И тогда он воскликнул: «Воистину воскрес!» Еще по одной версии, Дева Мария первой начала окрашивать яйца, чтобы развлечь младенца Иисуса.